Господи. Вот так, извиняюсь. Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Сегодня у нас дизайн смотровой. Впрочем, у меня есть планы, на самом деле. Это, кто если не понял, Гвинт. Карточная игра по Ведьмаку. Она тут бесплатно раздавалась в Гоге и прочее, и все такое. Я в третьего Ведьмака играл очень мало. Да, вместо того, чтобы проходить первого Ведьмака до конца, я решил поиграть в Гвинт. С Гвинтом там не играл, я вообще с ним не знаком, с этой. Я вообще не люблю, в общем-то, карточные игры. Но я знаю, насколько я знаю, здесь все я знаю, что тут все довольно сильно отличается от, собственно, Гвинта уже теперь, который в третьем Ведьмаке, поэтому, соответственно, мы так поглядим. У меня, в принципе, есть мысль, почему я говорю, не знаю, будет это смотровая или нет. У меня есть мысль. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим. У меня просто значок почему-то не пишется, да, запись есть, идет. Значка почему-то нет записи. У меня есть мысль во всякие онлайновые игрушки позаходить, посмотреть, хотя по одной видео сделать, типа такое нубло заходит во всякие онлайн-игры, чего бы нет. Но у меня даже есть люди, с которыми, в принципе, можно попробовать, поэтому это мы еще посмотрим. А начать, в принципе, можно с Гвинта, почему нет? Значит, добро пожаловать в игру Гвинт. Чтобы продолжить, необходимо прочесть, ну, мы сделали так. Мы его прочли бы, все. Молодцы. Давайте посмотрим. Там как она онлайновая, в смысле, там можно просто, а можно с игроками другими, да? Учитывая, что я как бы вообще не мурму. Она на мобилках есть. Я бы хотел, конечно, чтобы это был какой-нибудь проплаченный. Мне заплатили, вот я сел в него играть. А ты загрузишь, нет? Я же понимаю, что у меня комп там не последних всяких моделей и прочего, но, блядь, это... Это Гвинт же, ёпты. Ладно, подождем. Вот, про Ведьмака я запишу скоро. Во, отлично. Я запишу скоро еще себе Ведьмака. Прям, возможно, после этой серии. Покоряй мир Ведьмака. Что на английском? Гвинт the Wizard. We're Witcher Card Game. Добро пожаловать в Гвинт. Сейчас мы проведем три коротких боя, чтобы помочь вам понять, как одолеть соперника. Обучение займет не более 20 минут. Вот и все, мне больше не надо, и на этом ролик закончим. А если вы решите, что разобрались, обучение можно будет пропустить любое время. Это неплохо. Кстати, интерфейс как в третьем Ведьмаке, прям. Робин идет, а почему у меня нету этого картинки с моим? Начало раунда, противник ходит первым. Окей. Старый медведь. Нет способности. Ваш ход. Чтобы сыграть карту, выберите ее и разместите в своем ряду. За ход можно сыграть только одну карту. А, да, еще раз на всякий случай предупреждаю. Я говорю, нубло полное как в Гвинте, так и вообще в онлайн-играх, поэтому как бы... Вот. Весь мой онлайн-опыт исчерпывается несколькими миссиями третьего Far Cry с кооперативными. Чтобы сыграть, выберите ее и разместите в своем ряду. За ход можно сыграть только одну карту. Окей. Полевой медик. Усилите смежные отряды. Ну, это сейчас мне не нужно. Ебаная пехтура. Усильте эту карту за 4 единицы. Лютик, тщеславие, человек. Уничтожьте вражеского зверя. Ну вот лютик, да. Продолжить. Окей. У тебя всегда. Пизда тебе, медведь. Так, теперь ходит он. Стая волков. 2 единицы урона противнику. В Гвинте нет фразы атаки. Фазы атаки. Итоговый счет складывается из силы всех отрядов, которые остались на игровом поле. Побеждает тот, кто набрал больше очков. Так, что я могу сделать? Я могу усилить смежные отряды на 2. Буцк. Скажи, что шутишь. Так, и ты. А, все понятно. Огромный голова глаз. Создайте двух трутней в ряду, затем усилите всех инсектоидов и что-то там я не успел прочитать. Ладно. Ну и у меня остался только вот этот. Усилите эту карту на 4. Что еще раз? Усилите эту карту. Ну, короче, мне все равно больше некого класть. Пойти. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Грифон. Уничтожить дружественный отряд. Ладно, потому что еще один. Так,
компас. Ваш противник набрал больше очков и выиграл первый раунд, но игра на этом не закончена. Чтобы одержать победу, выиграйте следующие два раунда. Окей. А как он выиграл, я не очень понял. Ну да ладно. В начале каждого раунда оба игрока берут по три карты из колоды. Опять же, противник выиграл. Окей. Чего нет. За мной там, наверное, будет 3 из 10. А, гуль, тупоед. Окей. Могу спасовать, но пасовать я не буду. А, Геральт из Ривии. Ведьмак, уничтожьте вражеский отряд с силой не менее 9 единиц. У него ну да, вот сейчас надо на гуля, естественно, Геральта. А каменный обвал. Нанесите 4 единицы урона вражескому отряду и переместите его в другой ряд на его стороне. То есть там ряды, это, видимо, что-то там зачем-то нужно. А, ну, опять же, пихтура, ну, понятно. Поехали. Терпеть не могу порталы. Почему накапливается, по-моему, у него, не у меня? Я ничего не понимаю. Ладно. А, ваш ход. Опять же, грифон. А, подробнее можно прочитать. А, тогда появляется, можно нажимать правой кнопкой и успеть прочитать. Иллюстратор Мадок Мэрил. Если надо выбирать между одним и другим, я предпочту не выбирать вовсе. Активируется, когда карту играют. Так. 4 единицы или... Усилить карту на 4 единицы. Давай усилим карту на 4 единицы. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Так. Блять, не успел. Ну и давай, как бы. Каменный обвал. Ты туда не ходи, сюда ходи, а то валом башка попадет, совсем мертвый будешь. Давай. Так, вот так вот она работает. То есть она сразу куда-то хуячит, да? Давай в грифона. И отбрасывает назад. Отлично, вы выиграли в этом раунде и получили половину короны. В матче победит тот, кто выиграет в третьем раунде. А, это у него уже было, значит. В матче победит тот, кто выиграет в третьем раунде и получит вторую половину. Потому что надо корону получить. Понятно. Скорее всего, он здесь должен был в любом случае выиграть, поэтому... Используйте опыт игры в предыдущих раундах, чтобы перехитрить противника и выиграть в финальном раунде. А, на этот раз мой ход. Так, отлично. Медик смысла нету. Лютик. Что делает Лютик? Перо разит больнее, чем меч. А что он делает? Возьмите карту, затем сыграйте карту. А что делает Лютик? В чем у него, как бы, его... Суровые ребятки. Извините. А, Геральт, Аарт, рукопашный ряд. Нанесите по 2 единицы урона 3 вражеским отрядам, затем переместите их в дальнобойный ряд. Ведьмак сложил пальцы в так, арт грохнул так, что у Геральта заложило уши, от поднявшегося ветра зашумели ивы. Активируется, когда карты играют. Рукопашный ряд. Это способность активируется только, когда карта находится в рукопашном ряду. А какой у нас рукопашный ряд? Я так понимаю, ну, наверное, рукопашный тот, который типа ближний, поэтому... Давайте сюда положим. А, на самом деле. Да ладно, чего вы матюки-то запихиваете? Ну, ребят, ну, мы все взрослые люди, я бы выпал. Инсектоид, опа. Нет? Это не работает. Так, теперь инсектоид. Ну, я не могу уже просто взять и типа. Эй. Окей. У меня плохие предчувствия. До сих пор не очень понимаю. Выберите, какой карты сыграть. Полевой медик. Могу усилить отряды, либо усилить эту. Давай медика. Да. Чего надо? А, Геральт не усилит. А, потому что Геральт это этот. Это просто знак, окей. 4 трутни, дружеством. Ух ты, ё-моё, 4 трутни. Правда, у них по одному получается. Нахуй пошел. Так, отлично. А, нет, давай пихту тоже. Всех. Уж нету сил. Накер. Изначальную копию отряда призовите в этот отряд. Что, простите? Или как? Окей. Я нихуя, это нихуя не понял, но очень интересно. Я не... Это... Гениальное обучение, но не очень я понимаю, как бы, что и что пока. Ну ладно. Сейчас будем смотреть. Карты можно создавать из обрывка. Чтобы получить обрывки, перемалывайте ненужные карты. Первый раунд. В начале каждого раунда вы можете заменить карты в руке на случайные карты своей колоды. Попробуйте заменить. Ну давай. Тридамская пехота. Наносите 1 единицу урона случайному вражескому отряду каждый раз, когда этот отряд усиливает. А, типа вот из этих трех можно... Угу, понятно. Я заменил на усилить отряд на 6 единиц ласточкой. Отлично. Так, ну давай... не, вот это уже хорошая штука, давай вот их заменим. Внезапно я эту штуку заменил. Окей. Ой!
Начало раунда, противник ходит первым. Давай. Гнездо, глава, глав. Нихуя их, целых 5 штук. Выберите и используйте способность. Так, окей. Подожди, в смысле? Способность. Ставь голову... А, вот здесь можно посмотреть. Все. Труд не случайно в дружеском ряду каждый раз, когда играет карту органик. Увеличит максимальную стоимость найма на 15 единиц. Приказ. Способность, которую игрок активирует вручную. Приказ карты можно активировать только через один ход после ее проявления. Для меня это так сложно, я ничего не понимаю. Серьезно. Добавить карту в игру. Заряды. Число, которое показывает, сколько раз можно активировать способность приказа. Дополнительный заряд можно получить только карту. Типа вот это? Выберите. Вот пойди догадайся, что вот это имеется в виду. Нанесите одну единицу урона вражескому отряду ходов для восстановления. Угу. Натиск. Способность, которую игрок активирует вручную, приказ карты можно активировать только через один ход после ее появления на поле. Число ходов, которые способны приказ или платеж. Ну давай, что. Это тебя. Так, и теперь я могу кого-нибудь выложить, да? Беда! Так. Но пока мои как-то шансы на успех не очень выглядят, если честно. Стая волков, охуенно. Упс. Так, ну давай сначала его захиляем. У меня как не очень карта, посмотрите. Карта у меня, прям скажем, не очень. А, два хода должно быть, окей. Огромный головоглаз. Найс. А что это он спасовал-то? А, ну он слеп. Нихуя. Противник задействовал мощное сочетание карт. Сейчас лучше поберечь силы и спасовать, окей. Ну я вижу. А, типа. Если он может сразу во втором выиграть, тогда будет выигрыш целиком. Понятно. Окей. О! Замены. Так, ну ласточку иметь не буду. Дон Балатна, лучник эльф. Рукопашный отряд, 3 единицы урона вражескому отряду. Дальнобойный отряд. 2 урона одному отряду, либо 1 единицы урона двум отрядам. Еще шаг довольный, я сажу тебе стрелу между глаз. Активируется, когда карту играет. Рукопашный ряд. Это способ. А, то есть первый рукопашный и второй дальнобойный. Понятно. Это я понял, окей. Эта способность активируется только когда карта находится в рукопашном бою. А дальнобойный только когда в дальнобойном бою. Это просто разъяснение. Так. Рановиц малого луга. Призывайте этот отряд из вашего сброса. Вот что это, значит, 6 вот этого чего? Это одна единица гуры здоровья. А вот это что такое? Призывайте этот отряд из вашего сброса в случайный дружественный ряд каждый раз, когда играете солдата. Так, тебе же как-то... Так. Давайте мы вот этого заменяем, что-то я не очень хочу. Вот. Ну, тебя давай. Абадабада. Используй способность лидера, чтобы призвать трупы. Мой хор. А это что? Это что такое? А какая разница? Это что такое? Вот это вот. Ладно. Разберемся. Так. Давай, волка, пиздите. Сильно. Так, значит, еще раз, 2 единицы урона вражескому отряду, это если в рукопашном бою. Давайте я лучше его помещу вот сюда. Я никогда не промахиваюсь. Пусть лучше по чуть-чуть пиздит издалека. А, пым, пым. Двоим можно, окей. Понял. Не, разобраться можно потихонечку. Так, это спасовал. Противник спасовал, а вы ведете в счете. Вы можете также спасовать и перейти к финальному раунду. Окей. Значит, поскольку я ввел по цифрам, то мой пас, он как бы и не пас. Понятно. Следующий раунд. Кстати, настроек, как вы видели, игры вообще никаких нет. Возможно, потом нам закинут там в менюшку какую-нибудь в наш этот.
аккаунт, скажем так. Так, у меня теперь есть две одинаковые в любом случае. Каэдверский сотник. У карты можно активировать способность приказа. А, не там. Уничтожьте дружественный отряд на одну... Усильте. И, то есть два раза можно усилить дружественный отряд на одну единицу. Лучники. Да с чем мне можно менять? Мне можно менять... Давайте мы вот этих пацанов поменяем. О! Мастерское копье. Аж 4 раза. Нихуя себе. Но не больше одного заряда заход. Окей. Одну единицу урона вражескому отряду. Так, и поменяем... Давай одну вот эту поменяем. Если посмотрим, что надо. Тот, кто выиграл в этом раунде, ходит первым в следующем. Это же финальный раунд. Это тонкий намек, что я хожу? А, понятно. А, так. Что первым-то выложить? Давайте выложим, опять же, лучников, чтобы они издали. Ну, музыка, конечно. Так. А, у него способность вот этих чуваков вызывать. Вот она, все понял. И теперь он карту разыгрывает. Я думал, откуда у него ступ? Нихуя ты их наплодил. Так, а что у нас еще раз делает этот? 2 единицы урона 3 вражеским отрядам. И нахуй их смести. Зараза. Так, так. Ну и давай так. Нахуй пошли. А, яха? Окей. А, я могу сделать вот это. Давай тебя. Да, вот здесь даже помечено камушками, типа какой. Поглотите дружественный отряд. А зачем поглотить? Кстати, где-то по... Где у нас по очкам написано что? Типа написано, вы ведете... А, вот у меня 7, у него уже 9. Нихуя себе. А я, то есть, вот не могу, да, то есть я только один раз. Окей, так, окей. Усильте дружный отряд. 1 единицу урона вражескому отряду. 1 это как-то не особо чем. Это я просто эту же карту усилил. А что она сама по себе делает, мне вот непонятно. Вот я что-то вот это пока не очень понял. А, усильте дружественный, 1 нанесите и отряд на 6 единиц. Давайте мы вот усилим на 6 единиц Геральта. Ну, не Геральта самого. Так. Густой туман. Все равно хотел противника наносить 4 что-то там. Окей. Так, они урона наносят больше. Так, ты. Вот эту штуку пизди сразу же. Так. Ла-ла-ла-ла. Дружный отряд на 1 единицу. Так, давай. Карты со значком... Че? Вот что там было? Со значком приказ? А, можно выбирать кого? Да, вот их усилить. А, можно 2 усилить. Отлично. А это вообще штука, она что-нибудь делать будет или нет? Интересно. По-моему, уже нет. Или я тупенький? Я, наверное, сейчас туплю. Виверна, ух ты, не знаю. Так, я могу? Рукопашный ряд, 2 единицы урона 3 вражеским отрядам. Затем переместить их. И типа он все, одинарная карта, да? Так, копье, ну давай. Копье, чё бы нет. Все-таки тут тварь надо пиздить. Так. Что вы на это скажете? Архиспора. Повторно примените способность. Можно использовать, когда они на поле. Значком приказ. А, вот эти вот, все понял. Так, кого бы ей как бы ёбнуть? Давай вот этого еще разок. Я не знаю, но просто у него больше здоровья, поэтому я особо... Так, и давай. Так, Виверн, что у нас делает? Набойный яд. Да, пизди её. Что, кстати, бейте его. Так, ну и поскольку этот, видимо, не написано, он не написано какой, да? Давай. Какое неуважение! Только кровь смоет его! То есть а просто от того, что они на поле, я получаю типа преимущество. Геральт из Рима, игрок. Королева Главоглазов, игрок. Другой. Окей, закрыть. Используя способность приказ, вы не можете спасовать в этом ходу. Ничего как бы себе. У меня тут FPS проседает до 45, но поскольку это стабильно. Раунд игры в Гвинте. Первый.
начале матча игроки берут по 10 карт. Так. Карты можно играть только во время своего хода, до тех пор, пока что-то там. У нас 20 минут уже прошло. А чтобы убить, мы уже выиграли 2 раунда. Поэтому некоторые карты лучше приберечь на потом. Вы выиграли раунд. Во втором раунде. Неиспользованные карты переходят на следующий раунд. Логично. Вы берете еще 3 карты. Максимальное число карт 10. Карты можно играть до тех пор, пока оба игрока не спасовали. Чтобы победить, вам нужно выиграть 2 раунда. По-прежнему. Это пример просто такая. Так, я так понял. Оба игрока выиграли по одному раунду, поэтому победитель определит финальный. Логично. Лучше это посмотреть. Все неиспользованные карты переходят в следующий раунд. В начале раунда игроки берут по 3 карты. Все это запомните, это сейчас сходу это... Г-г-г. Вы выиграли раунд. Соответственно, вы выиграли матч. Для победы важно правильно выбрать момент, чтобы сыграть ту или иную карту. Ваш ход первый. Это значит, вы можете заменить на одну карту больше. Угу. Густой туман. Создайте в ряду этот эффект в течение 4 ходов противника. Наносите так я... А можно как бы... Подсказочка. Уберись, пожалуйста. Не, хочу обменять просто... Эльфский мастер меча. Рукопашный ряд. Одну единицу урона вражескому отряду. Ходов восстановили 2. Ага. Так, так. Ну вот это мне, кстати, понравилась штука. В принципе. Медик Гавинкар. Усилите дружно на 2 единицы. И либо в долину 4 тогда. Ну, они тоже вдали должны стоять, естественно. Наверное, может нет. А, эльф, карту 0 единицы, значит, эльф в вашей руке. Скайтейль на мечок. Давай скайтейль на мечка заменим. На кого заменили? На офицера. Неплохо. Вот эти парни мне понравились, я их не хочу заменять. Это кто-то? Бригада Вьерхет. Случайному вражескому отряду. Туман. А, дай Лютика заменим. Ой. Ну, смысл нормальный, но давайте мы просто заменим, потому что, блядь, нахуй еще разок. У игрока, ходящего первым на поле, есть карта «Тактическое преимущество». Продолжим. «Тактическое преимущество». Усилите дружественный отряд на 5 единиц, затем удалите эту карту. Нахуй. Так, а чем мы будем первым делом? У меня есть 2 ряда, опять же. А, первым делом, давайте мы поставим задний ряд тут эльфов. Я никогда не промахиваюсь. И усилить. Вот так вот. Сходу 9 очков прям. Возможно, это количество очков, которые я получаю себе. Так повезет, что лучше сюда вот пешком пройтись. Так, 6-9. Далее. Туман пока смысла нету вызывать. Вражескому отряду уроны наносить... А хотя у меня их 2. Рукопашная... Ну давай. Брикет! А, ну без разницы, значит, какой ряд, все, понял. Че, еще могу? Я не очень понял, почему. Ну, допустим. Или мне надо конец хода выбирать. Типа... Ну окей, конец хода. А, я мог еще вот этому. Ну ладно. Усиньте дружественный отряд. А что это 2 раза? Неплохо. Так, у него 9, у меня 12. Ничего пасовать я не собираюсь. Во-первых, кстати говоря, ну-ка пошел нахуй отсюда. А, во-вторых, знаете что, пацанов? Это эльфская земля, тхойны. Таких, как вы, здесь ждет смерть. Случайному, да, вот я забыл. Это не те же самые. Ну, не важно. Пока нормально. Усилите дружественный отряд. Да что-то вы каких-то этих, каких-то вы лохозавров, честно говоря, против меня ставите. Ну, не сказать, что лохозавр, хотя и тех уже улучшили-то хорошо. 12, 5 у него... Не, подожди, я не хочу ничего пасовать, идите нахер. А можно, эти как бы лучники, они что-то стоят и ничего не делают у меня? Значит, наверное, я дурак, их надо было поставить потом. Ну ладно, но зато они мне сразу до хера дали этого. А, один. Нет, 2. Это у нас еще, кстати говоря, происходит. Усилить эту карту. Усилить дружественный отряд на 2 единицы. Да, пожалуй, сюда. Ой. Отлично. Переместите отряд в другой ряд. Мой любимый цветок
Ох ты, ничего ты. То есть они сейчас сделали эльфов практически бесполезными. Хотя в рукопашном они две наносят. Ну просто в рукопашном как бы они... Дальнобойные, как же. Потому что здесь можно только одному, а издалека можно по двум стрелять. Поэтому что-то по времени. Так, пасовать, 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 не пасовать. Не буду я пасовать, идите вы нахуй. Так, создайте в ряду этот эффект. В течение 4 ходов противника наносите в начале хода 2 единицы урона сильнейшему отряду в этом ряду. Буцк. Да. Мне нравится. Так, ну это было, был эффект. Теперь я могу, во-первых, так, теперь ты. И отсюда. Может, ты надоел, реально. Пошел нахер. И вот так вот. Полевой медик. Ах ты. Скажи, что шутишь? Да ты издеваешься надо мной, да? Не, ну он молодец, он хорошо. Ну да, да, он хорош. Он хорош. Так. По 2 единицы урона 3 вражеским отрядам. Давай, ладно. Зараза. Поехали. Этого сейчас сразу выпилит. И вот это. Ну, короче, всю эту весь задний ряд нахер просто. Плотва призывает отряд с вашей колонны. Случайно дружеский ряд. Противник спасовал, а вы ведете в счете. Можете тоже спасовать, чтобы перейти в следующий. Да, давайте, у меня карты. Не буду тратить карты. Типа на кой хер, мы все равно выигрываем. Вот. Что-то мы побрили. 20. Хочу не сюда посмотреть. Следующий раунд. А когда обучение закончится, я хочу там менюшку еще что-нибудь посмотреть, там понастраивать, аватарку поставить, в конце концов, чего нет. Так, две зами... Ух, это что такое? Гром. Усилитель дружный отряд дал 3 единицы. А зачем? А, ну это лучше, это на 6 единиц. Так, это у нас что делать? Одну единицу... Вот, давайте, одну единицу отряда, что-то как-то... Во, да, лучники мне больше нравятся. Случайному... Мне остальные нравятся. Давай вот этого заменим. Во, две ласточки, отлично. А я толку двух ласточек, если... Мне некого будет ими хилять-то. Ну ладно. Так, дальнобойный. Или 2 единицы отряда вражеского. Подожди, мне в первую очередь надо бы... Ладно, давайте поставим 5 жильф. Бля. Испытай нашу сталь. Ну, Непл, да нихуя себе ты выдаешь. Так, окей. Во-первых... Пошел-ка ты отсюда. Так, чуть-чуть тебе немножечко. Бац. Угу. Теперь. Вот так. Да, количество карт общее вот это зависит. Окей, отлично. Я молодец, я понял. Нет ли у тебя чего пожрать? И сразу хуяк. Ты голодный, что твой волк. Все, значит, размещение просто карты тебе дает общий вот этот вот. Так, это только усиливает. На 6 единиц. Давайте мы его усилим. Вот так. Так. И я могу еще что-нибудь. А, нет, не могу. Усилить отряд на 2 единицы. Если он поврежден, тогда на 4. Море даю. Так, у нас ничья. Не, пасовать я не собираюсь. Случайно. Ну да, случайно, окей. Смерть, хойны! Нормально. Так, и я могу еще. На 2, а в дальнем на 4. Отлично. А. Только это могу? Окей. Извините. Но я иногда подтупливаю с этим делом. Усиливание. Да, это усиление. Хотя вот этих да, немножко их скинем, а что-то они очень много о себе возомнили. Да ёб твою мать. Не беси женщину с тесаком. Окей, буду знать. Так, да, вот сюда хуяк. А ты разве не так? А, да, усилила, все. Кузнец, дуб. Одни усилители, вы смотрите, что творят, а? Меч — это оружие женщин. Сделай себе топор. Ты дурак, я? Зачем так дерзко сказал? Так, на 3, на 6. На 6 дружественные тогда, вот этих опять же. Сразу хуяк и все. Пацаны, вы лучше сдавайтесь сразу, все, конец хода. Нет. Не конец хода. А вы сразу сдавайтесь, как бы лучше. Ну, 22 у меня, ну почему? Да ёб твою мать. Поплясать хочешь? Что творят, а?
Так, можно спасовать, у меня больше сейчас. Но я могу еще усилить. У меня еще один с карт остался. Причем интересно, я спасую, он же не обязан пасовать. И он не будет пасовать. Это было бы тупо, если бы это, по идее, это бот же. Поэтому... Бля, не хочу. Давай усилим еще отряд. Тем более это отряд, то есть я всех этих усиливаю, да? А, надо выбрать. Так, ну давайте тогда я вот эту штучку усилю. Так, бац. А что это на два раза ходит? А, у меня только пас, у меня карта типа кончилась. Окей. Нет ничего лучше в начале весны, чем хороший грабеж. Новое достижение. В целом ясно, пройти обучение. Да, здесь есть достижение. Так что это... В начале каждого раунда можно взять из колоды до 3 карт. Первые шаги, пройти обучение. Тоже, видимо, внутриигровая ачивка. Хотя, может, тогда и вправо подвешу камеру, влево, в смысле. Обучение пройдено. Аватар, пора потренироваться со своей первой колодой выбранной фракции. Это займет лишь несколько минут. Поехали. Выберите стартовую колоду. Не волнуйтесь, вы разблокируете все, сыграв 3 матча. Рекомендация, чудовище. Поглощайте союзников, чтобы увеличить свою силу. Ну, типа, класс я должен выбрать, за кого я буду играть. Ну, не класс, а, как сказать, сторону, на стороне, которой буду воевать. Чар. Королевство Севера. Объединив все королевства под своим началом, подготовьте их к войне. Скайтаэли. Возглавьте партизан и заведите соперника в ловушку. Нильфгард. Обезвредите врагов с помощью подрывной деятельности и шпионажа. Скеллиги. Сделайте смерть своим союзникам и используйте ранение в свою пользу. Дайте рекомендацию, раз у меня. Так, теперь надо выбрать стиль игры, так понимаем. Превосходство. Карты со способностью превосходства, например, всадник дикой охоты, могут дать вам преимущество в игре, если в вашем распоряжении сильнейший отряд на поле. Способность «Панцирь» может поможет реализовать комбинацию. Симбиоз. Карты со способностью «Симбиоз», например, «Накер», особенно ценны в начале раунда. Разыграйте их как можно раньше, чтобы вырастить из них настоящих монстров. И поглощение. Некоторые карты, например, «Озрал» или «Гуль», становятся сильнее, поглощая отряды из сброса. Если вы сыграете сильный отряд в ранних раундах, он сможет послужить отличной пищей для трупоеда в конце матча. Я просто, мне интересно, я должен, это просто мне показывает, выбрать, да, типа, я должен пойму. Давайте симбиоз выберем, что такое, типа, вначале можем было. Я не понимаю, ну давай, окей. Да, чудовище. Тренировка, ага, это будет интересно. Открыв бочку, последнюю карту, вы можете выбрать. Да, здесь лутбокс в виде бочек. Эстет Эссекреса. Вы делаете первый выбор. Поэтому у меня есть 3 замены. Ох, тут всякие парни хорошие, еще их не видел. Яйцо гарпии. Создайте гарпию и призовите ее в этот отряд. Зверь — символ обреченности. Омлет из яиц гарпии — вкуснейший деликатес, однако эти твари не спешат отдавать свои яйца. Активируется, когда эту карту уничтожают и перемещают с поля в сброс. Учтите, что удаленные отряды в сброс не отправляются. То есть я ее кладу, если ее уничтожат, из нее вылупляется гарпия. Ей тоже на поле появляется. Окей. Гром, заклятие. 5 единиц урон. Хорошо. Всадник дикой охоты. Размещение просмотров, придайте копию. Способность содержится. Так. Опять же, гарпия еще одна. Гуль. Бронзовый отряд из вашего сброса. Из сброса, все, я понял. Сброс — это, ну, бита, короче говоря. Дружественный отряд на 1 единицу. Превосходство. Вместо этого дружественный отряд на 3 единицы. А какая разница, размещение или превосходство? То есть можно его не размещать, а просто хуять всем отрядам в ряду. Не беспокоить. Он просто дает дохуя тебе этих очков, но при этом он ничего не делает. Поглотите отряд из сброса противника. Что поменять-то? Па-па-пам. Давайте пока не буду. Поиграю с этими. Вы делаете первый ход. Можешь сразу спасовать, конечно. Так, ну окей. Гарпию мы пока... можно было одну гарпию поменять, у меня их 2. Ну ладно.
Нет, трупоед, прочее, навигатор дикой охоты. Нет, это все усиление, подожди. Давай, всадник дикой охоты. Сюда. Бум. Бум. Вот так. Исходу 11 у меня. Панцирь. Усильте дружный отряд на 3 единицы. Добавьте ему щит. А все, больше некого, поэтому. Но. Так, мне просто понимаю, где-то зажимать надо, где-то нет. Так, ну что? Давайте что. Тоже дикая охота, воин. Одну единицу. Я пришел. Как? Я не понял, что он сделал. Сколько тебя хватит? Я не понял, что произошло, ну ладно. А, так. Не, ну пока. Можно, конечно, сразу его снести, но это как-то. Сброса еще не было ни у кого. Усилить дружный отряд на 1 единицу. Или на 3. А что значит превосходство? Э? Так, ну-ка. А, это не то, пардон. Вот создайте изначальную копию этого отряда и призовите. Я не понимаю, что это значит. Ну давай. Изначальную копию, это типа еще одного такого же. Ну окей. И давай мы его апнем. Давай! Я понял. Так, теперь можно начинать потихонечку, чтобы сойти, бейте их. А, вот это надо было посадить тоже, чтобы он сидел, и мне... Ну ладно. Сброса не было. Окей, давай мы... А, сразу это единовременное. Хуяк вот этого и нет. Все. Куролиск. За каждого смежного зверя? Это как? Давай пока яичко положим, что будет. Спасовал. Ну, я тоже спасу и выиграю нахуй. Дебил. Хотя ему, возможно, у него просто такие карты были, что как бы вообще. Следующий раунд. Но пока более-менее понятно. Плюс-минус. Тихо, тихо. Геральт из Ривии. Неплохо. Геральт из Ривии на стороне этой нежити. Так, вот сразу заменяю, у меня такая уже есть. Это кто? Неуязвимость. Симбиоз. Что он делает? А, карту с этим статусом нельзя вручную выбрать как цель. То есть он не может прямо на нее указать и ебнуть ее. Симбиоз. Способность, позволяющая усиливать этот отряд на 1 единицу каждый раз, когда вы играете более сильный дружный отряд. Иногда здесь так непонятно все. Трупоед. Завещание бронзового... Что... Завещание. Активируется, когда эту карту уничтожают и перемещают с поля в сброс. А что делает наше завещание? А, она размещена. Ну, Геральт, да. Геральт, понятно. Ну, это он прикольный, он много дает очков. Даже не знаю. А это что у нас? Дружно. А зачем его поглощать? Поглотить. Съесть отряд и усилить эту карту на значение его силы. Если отряд находится на поле боя, он уничтожается. Если находится в руке или в колоде, то перемещается в сброс. Если находится в сбросе, то убирается из... Я поменяю. Я пока не готов. Что там делает это? Где делать первый ход? Архиспора. 2 единицы урона случайному вражескому отряду. Завещание. Повторно применить способность. Так. А дайте пока самое начало. Где там этот... Наш спящий чувак. На, короче, спи здесь. Пусть поспит. Чё бы нет. Не, сказано не беспокоить. Не будь, или там, не будите. Гуль. Так нет даже сброса никакого. Чё я тупой. Это второй раунд, уже есть сброс. Окей. Так, окей, давайте тогда будем поглощать. Поглотите отряд из сброса противника. Это если я в первый ряд его положу. Либо отряд из моего.
Давайте то же самое разыграем, прям вообще. Если сыграть данную карту, то ее способность не сработает. Окей. Вы так, я могу что-нибудь бум-бум-бум. Ла-ла-ла. На, да, его, короче. Ходи давай. Неплохо. Так. Что он еще раз делает? Чем вражескому отряду? Давай, чё. А чё с ней? Почему не могу? А только всего за весь матч, что ли, две можно? Тогда бы я, честно говоря, потом вот это все делал. Я не очень знал. Так, всем отрядам в ряду. То есть можно взять и вот этот весь ряд покоцать. Не менее 9 единиц. 6, 10. Отряд это вот это, или отряд это типа вот одна карта? Давайте пока поставлю оборотня. Да, похоже, щитом-то я проебался. Ну ладно. А что у него за способность? Тень смерти. Ну что ж, нужно сказать. Не сделаешь нам больно. Че, русалки? Сирены. А, ладно, Сирена Интернешнл представляет. Угу. Дружный отряд на одну единицу. Что значит превосходство? Вот как превосходство? Сейчас. А как превосходство? Мы знаем все тайны времени и пространства. А, так вот этих можно, да? Ну тогда тебе. Вы-то, может, и знаете. Бес. Так, случайно вражескому отряду. А, господи, он уже лежит. Чё я туплю там? Так. Из сброса противника или свой, опять же? Отряд это одна карта, я понял, потому что мне давали выбрать одну только. Давайте мы противника что-нибудь потырим. Дикая охота воина. Наносить одну единицу урона отряду. А, вот что значит превосходство? Я вот этого не понимаю. Пока что. Но я просто глупенький, поэтому. А это что на Куралиск? Одну единицу вражескому отряду за каждого смежного зверя. То есть, если рядом стоит зверь. Давайте вот это возьмем. Ладно. Кажется, он что-то какую-то хуйню творит. Мне же по завещанию, по-моему, вообще ничего нет. Но, возможно, я тупой. Это, конечно, не стоит исключать такой возможности. Так, а, блядь, у меня карта заканчивается. Можно спасовать, у меня хороший разрыв, но а с чего ему пасовать? Я спасую, он мне это... Потом пошел-ка он нахуй. Всем отрядом в ряду. О, кстати говоря, на. А что это, наверное? А, вот появился. А, то есть аватарки мне дают, я не могу какую-то свою загрузить. Мне там за выигрывание всякого дают аватарки, понятно. Да, интеллигентный голем, кстати говоря, с нами играет. Но, наверное, будет все-таки слева камера висеть. Она по дефолту, что называется. Так, а уничтожьте вражеский отряд силы не менее 9 единиц. Именно отряд. Отряд — это одна карта. 9 единиц, у него никого еще нет. Ага, тебя. Так, я могу себя... Теперь он будет по завещанию гулять у меня. Окей. Не, ну разрыв, конечно, колоссальный. О, вот это неплохо. Мне, конечно, по одному каждый, но... 9 ни у кого нету, поэтому... Блять, я даже не знаю. Дай пас.
копию. Ах ты гад. Вот ты мудак, вот ты мудак. Я ничего не понял, что это было, но я победил, поэтому пошел-ка ты нахуй. Нахуй. Здесь отображается результат дедшота. Вот ты вовремя это решил об этом рассказать. Поздравляем, откройте бочку, чтобы усилить колоду новыми картами. Бочка чудовищ. Давай, откроем. Что за тренировка? В гвинте все зависит от мастерства. Что там, будьте терпеливы. Здорово. А, бочка чудовищ. Открыв такую бочку, вы найдете 5 карт чудовищ из любого набора. 4 как минимум обычных, а 5 редкую или более ценную. Сможете выбрать из 3 карт. Давай, откроем. Грохнем! Бухнем! Чё? 4 карты надо выбрать? Какие? Гарпия. Редкая! Последнюю карту в каждой бочке выбрать из 3 возможных. Так, что он делает? Пошел вот с этими двумя я знаком, правда, у меня так ее ни разу не ёбнули, но тем не менее. А у ледяного венька он что-то не способен. В смысле не способности? Какой смысл тогда в нем? Какой... Чего это, кстати, дает? Это понятно, это тебе сколько очков приписывает, а это что? Это симбиоз. Давай это. О, весь мир. Завершено первый матч в режиме классика. Пора сыграть в основной режим гвинта, классику. За прохождение этого этапа вы получите новую рубашку. А, то есть это прям на прохождение все дела? Рубашка меняет внешний вид вашей колоды. Как? Это прям на прохождение? Серьезно? Я вообще думал, что как бы это онлайн какая-то, что-то такое, непонятно. Вот, наконец-то настройки. Так, графон. Высокие, синхронизация полностью, сглаживание, постоянная гамма-коррекция. Не, гамма-коррекция ничего не надо, все нормально. Внешний вид. Не надо. Пускай все будет как бы классное разрешение. Да, у меня обычно такое не отображается разрешение. Ну ладно, полный экран разрешен, масштаб разрешения 100. Игровой процесс. Завершать ход автоматически, если нет доступных действий, ну да. А, предупреждение об ограничении способности по ряду, да. Предупреждение о невозможности спасовать, включено. Отображение описаний карт сыгранных противников медленно. Это еще медленно, неплохо. В общем, текст русский, звук русский, вибрация... Выключить нет такой вибрации. Положение ранга ПО, не знаю. Так, что там еще раз было? Да. Нет. А. Хотя нет, здесь музыка вполне можно и на полную сделать. Судьба Тимерии. Бля, зачем? Примите. Так, ну окей, а что тут? Нет, это моя это. А что тут еще раз задание? Я влез в настройки, там что-то еще, по-моему, было, нет? А, нет, все. В общем, выйти из игры. Бля, 50 минут уже. Давайте, хуйся. Поехали еще раз. А, то есть вот это уже онлайновская штука, да? Во, основной. Ага, это будет интересно. В руке может быть не более 10 карт. Да, это уже, то есть, видите, онлайн. Ты сдохнешь, червь. Бе-бе-бе-бе. Первый раунд, 3 замены. Между этими двумя бесполезными выберу, конечно, того, который больше мне дает. Еще один нахуй пошел. Так. Ну яйцо, ну я, блядь, не знаю. Вот гарпия, она как? Она хорошая, нет? Просто остальные я знаю уже, что делают более-менее. Она дает, конечно, 3. Ну, закончить, ладно, херст, пусть она висит, да. Я так понимаю, то есть, вот написано здесь, что это игрок, то есть,
Хьялмар 1248, то есть, соответственно, это уже онлайн все дела. Так, то есть это уже живые люди играют, понятно. Если это вот реально, это уже живые люди, то прошлого как-то я порвал прям с очень большим разносом. А он, наверное, как-то подбирает автоматически новичков, не новичков, то есть он не может мне какого-нибудь убер-прожженного там этого запузырить, да? Нанесите два... Так, давай, спящего сразу. А что это за синяя хуйня? А, я могу же еще сделать вот так. Нет, конец хода, я пока не буду этого делать. Что за синяя хуйня? Это типа мне дает сколько времени, поскольку это уже онлайн, тут нельзя сидеть и вечно думать. Понятно. Это логично. Одну единицу каждому отряду с сыгранным противником. Блять, я не улучшил. Но... А, так я могу это всегда... Да! Я что-то подумал, что ее обязательно сразу же надо сделать. А, вот я тоже тупанул. Призовите копию, давай. Куда я лучше? Какая разница к вам? Лучше, ну, здесь будет, ладно. Булц? Булц. Сразу 15. Сорта. Еще можно усилить, да? Так, это, кстати, что делать? Усильте дружный отряд на 5 единиц. Давай. Еще усилить? Пошел таймер. Нет, пожалуй, я пока не буду, мне пока все нравится. Надо это оставить, потому что я-то думал, что это типа она потом восстанавливается, а оказалось, что нихуя. Окей. Давай свою рисуну! Хьялмар, ты это. Так, 2 единицы урона в случайном розыгрышном отряду, ну это как-то так. Давайте мы вот гарпию кинем сюда. Нет, усиливать ее мы не будем, мы усилим вот этого парня. И все, пока хватит. Так, все, пишу Ведьмака потом. А то прям это. Вот захотелось, он меня подогрел, играя, захотел поиграть в Ведьмака. В третьего бы, конечно, сразу, но... Надо первого пойти, второго. И как-то странно в этот... Как это там? Сейчас. Сброс у нас нету никакого пока что. Окей, давай сюда. И вот так. А вот и гарпия. А что делать? Обреченность. А, отряд с этим статусом убирается из игры после ухода с поля боя. Ну окей. А, да, объясните. В Тронбрейкер, вот, в Тронбрейкер мне что-то захотелось поиграть. Потому что там тоже же бои вот на этом построены, плюс там сюжет есть и продвижение вперед, и все такое, исследование карты. А, так, пока... Я пока вот... Я вообще не вижу. А мне сюда... Сейчас просто интересно, сейчас вот я такой... Я еще две карты, то есть, наверное, могу где-то положить, да? А, сейчас, это просто проверить. Поглотите, поглотите. Давай сюда вот начнем этих пихать. И усилием давайте вот этого. А что это мой ход дальше опять? Могу еще одну карту положить? А с чем это связано? А, он спасовал, понятно. А, этот чувак спасовал. Так, это что делает? Отряд на 3 единицы. Давай урон случайному нанесем. Что-то какой-то мне вообще, по-моему, попался чувак. Либо он тоже играет первый раз и... боится, либо это специально сотрудник CD Projekt Red сидит и мне подыгрывает. Потому что это, ну, пиздец, у него карта хуя, и он не играет. Просто кидай хоть чего-нибудь-то. По идее, это игрок, Хьялмар, вот это все дела. 1248, это не год рождения же, надеюсь, его. Так, усилить... Кого можно усилить? Целол, кек, азаза, давайте я усилю вот... Вот этого чувака. Просто неебический будет. И у нас больше всего 5. Давайте вот его. Почему он все время пасует? Окей, я тоже спасую. Все, пизду. Блять, я дебил! Я дебил. Ага. Я кучу карт сейчас выкинул, просто нахуй не надо. Он спасовал. Я мог также спасовать, у меня был перевес в цифрах. И, блять. Я дебил. Он, наверное, сидит, думает, что происходит. Блядь. Я говорю, если это живой человек, опять же. Так, на замену одного гуля меняем сразу, раз такое дело. Нет, гигант нахуй, давай еще раз. И назад у меня, ну ладно. Начало раунда, делаем первый ход. Вот, вот теперь я могу бронзовый отряд из своего сброса. Давай.
Не сработает? А чё так? А чё такое? Бля! Бля! Давайте вот так вот. Заблокируйте от этого. Золотой дракон. Хорошо, не золотой дождь. Ха-ха, шутка просто мировая. Бутс. Видим. Так, да. А, то есть у него силу себе забирает. Все. Поглотить, он надо запомнить, что поглощение, он не возвращает эту карту на стол. Поглощение, он ее, как бы это смешно не прозвучало, и тупо он ее поглощает. И забирает себе ее силу. Так, а между прочим, меня начали потихонечку взъебывать. Не, ну в прошлом ходу я, конечно, просто обосрался капитально. Так, 5 единиц урона, давай. Я просто, блядь, я очень протупил в прошлый раз. Я за 40 вышел, думаю, я играю, я крутой, потом думаю... Нехорошо. Так. Рукопашный из сброса противника. Из вашего. Давай вот из моего. Так, я поглощу вот этого чувака, естественно. Еще один ход его будет гнобить. А у меня нет трех слезов. Война! Наконец-то! Это так. Ну вот нет 9. Ну 9, блядь. Силы не менее 9. То есть если я сейчас его выложу, то это будет просто типа плюс 3 и ничего он не сделает, Геральт. Ну давай вот так вот. Так, все, проклятие спало. Дебаф, точнее, можно сказать. Блять, я столько карт проебал, просто впустую. Они же переходят в следующий ход. Ой, сейчас кто-то сидел, говорю, ну ты дебил, ну ты даешь. Так, девятки нету. Ну давай, ладно, пускай он лежит. Зараза. Ну, то хотя бы это. Апнул своих. Он еще может дохуя накидать, он сейчас выиграет. Склони голову перед Модрон Фрей. Нахуй. За призрака Морфега! Я сейчас проиграю раунд. Ну я прошлый раунд, блять, я просто... Я дебил. Вот натурально, я дебил. Ты со мной вот я... Ну все. Противник выиграл раунд. Ай-яй-яй. Ну и теперь мне с тремя картами надо, блять, играть. Охуительно. Давай поменяем. Анкрай! Ну, видимо, я сейчас просру. Бывает. Что делать? А нехуй ушами шло хлопать. Так, мой ход. Я могу. Что я могу? 2 урона. 5 урона. Поглотите дружественный отряд. А у меня нет. Ладно. Не, ну я сейчас проебу, да. Потому что я себя вогнал. Я дебил. На этом мы, судя по всему, чувствую, и закончим. Не, ну в целом, знаете, интересно. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. В целом, весьма интересно. Оно, в принципе, для мобилов, наверное, получше, конечно. Так, это всему отряду, да? На. Я думаю, вот дебил сидит какой-то там. Ну, конечно, да, он дебил, да, дебил. За топор Хемзара! Так, ну и 5 единиц отряду. Давай тебе. И все. Па-па-па-парам, па-па-парарам, пам-бам-барабам-бам-бам-бам-бам-бам. Проиграли. Так, давай. Победа в любом раунде учитывается в ежедневном прогрессе получения корон. После каждого матча получаете очки опыта. Окей. Ну давай.
За каждую победу вы получаете фрагмент мозаики. Окей. Вы разблокировали первую рубашку. Она уже используется. Рубашка дебютанта. Меняет внешний вид вашей колоды. Окей. Так, ну ладно. В общем, вот на этом продолжайте играть в классическом режиме, чтобы с другими фракциями. За прохождение этого этапа вы получите новую рамку. Рамки станут прекрасным дополнением для вашего аватара. Ладно, давайте на этом тогда на сегодня закончим. Вот такая вот игра. Она же писала все это время, да? Что-то даже не вылезает окошко. Ладно. В общем, вот так. Вот такая игрушка. Напишите в комментах, стоит еще в это играть под запись в нее или нет. Возможно, время от времени я буду еще делать серии чисто, чтобы она просто выходила. Что-нибудь забивать и так далее. Но сейчас я запишу туда еще первого Ведьмака. Все, ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры Роза Парацельсия и Cup of Creep. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. А, все-таки решил показать мне, да? О новых роликах под... Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили о новых роликах. И по возможности поддержите канал материально. Очень вам буду благодарен за то, что если вы это сделаете, это будет прям очень классно. Все, всем всего доброго, играйте в хорошие игры и всем пока. Так, подожди, а что у нас в восклицательном знаке еще? А, это задание. Пропустить тренировку. Ладно, все, всем пока.